Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Ровно 70 лет назад, 19 октября 1953 года, мир увидел книгу, которую тут же захотел сжечь, но не успел. Да, речь, конечно же, идет о великом романе антиутопии «451 градус по Фаренгейту». Именно при такой температуре, как мы помним, горит бумага. Ее автор Рэй Брэдбери. Он прожил 91 год и трудился всю жизнь, даже после инсульта. И действительно, 451 градус по Фаренгейту – отличный текст. Но это же и точнейшая картина будущего. Для нас с вами уже наступившего. 451 градус по Фаренгейту удивительно точен в пророческих деталях. Вообще, Брэдбери был из тех людей, о которых Голливуд любит снимать, скажем так, мотивирующее кино. Ну вот эти все фильмы о self-made man, которые сделали сами себя, которые шли к цели, к своей мечте, вопреки всем трудностям. И судьба автора «Марсианских хроник» действительно мотивирует, а сам он вызывает колоссальное уважение. Брэдбери родился в семье английского переселенца и шведки. Верил, что его прабабку, как ведьму, сожгли во время Салемского процесса. С детства он много читал, хотел быть писателем, и уже в 12 лет написал первый рассказ. Затем он создавал различные тексты, фантастические тексты для таких дешевеньких журналов. Понятно, что те платили немного или вообще не платили, поэтому Брэдбери приходилось продавать газеты на улицах. Ну а затем, позднее, в книжном магазине Лос-Анджелеса в солнечной Калифорнии он встретил Маргарет Маклюр. И вот та некоторое время даже содержала его. С ней, с Маклюр, Рэй прожил всю жизнь, долгую счастливую жизнь. Еще одна важная деталь. Брэдбери не учился в университете, он сознательно туда не пошел. Он, как не раз подчеркивал, сам образовывался в библиотеке и считал, что там есть все необходимые знания. Вообще, действительно, Рэй очень-очень любил книги. Так что его роман «451 градус по Фаренгейту», опубликованный в журнале Playboy и принесший автору славу, деньги, в общем, он стал не только протестом против тоталитарного будущего, но и признанием в любви к книгам. Роман экранизировали дважды, об этом тоже нужно сказать. Вот, вторая экранизация 2018 года, ну, сделана бездарно, обсуждать даже нечего. А вот первая, вышедшая после 13 лет прошло с первого издания книги, ее сделал один из моих любимейших кинорежиссеров Франсуа Трюфо. И вот что любопытно, Трюфо, безусловно, один из лучших режиссеров вообще за всю историю кино, но сейчас, когда мы смотрим этот фильм, экранизацию 451 градуса, ну, местами это смотрится достаточно старомодно. И вот действительно, задумываясь об этом, да, нужно сказать, что, пожалуй, нет ни одного фантастического фильма, который визуально был бы всегда актуален. Ну, то есть кино устаревает. И это, собственно, еще одно доказательство того, что кино, вот в отличие от литературы, ограничено и временем, и пространством. То есть оно не свободно. А вот смыслы устаревать не могут. Наоборот, с каждым годом они обрастают все новой и новой мощи, набирают силу, что ли, да? Зато, собственно, мы и любим, вот, например, культовые антиутопии, коим принадлежит роман Брэдбери. Мы ж любим их не за описание там звездолетов, там способов коммуникации, нет. Мы любим их за психологические моменты, за типажи и нравы, которые предсказал или показал автор. И вот в данном случае, в данном контексте, что ли, да, роман «451 градус по Фаренгейту» — это образцовое произведение, это одно из лучших произведений в своем жанре. Потому что Брэдбери, он не только угадал приметы времени, он показал вектор развития всего человечества. Катастрофа началась с войны, и войной, расширившись, закончилась. Брэдбери понял, главное, что определяет человека, это культура. Она работает и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу.
А вот подлинная трагедия наступает тогда, когда культуру заменяют симулякром, или, как сейчас принято говорить, массовой культурой. И вот по сюжету романа человечество как бы достигло выдающегося технического прогресса. То есть оно живет в безопасном мире, где нет никаких пожаров, все с точки зрения огня безопасно. Однако здесь действуют пожарные команды. Ну так для чего они нужны, спрашивается? А нужны не для того, чтобы, внимание, сжигать книги. То есть роман, в принципе, начинается с ударной фразы. «Жечь было наслаждением». Да, конечно, книги здесь во многом лишь образ. Это образ, как бы это носители, да, цивилизации, носители знаний, носители культур. Вот, соответственно, уничтожая книги, пожарные уничтожают историю человечества, обнуляют культуру, сбивают систему координат. И тогда люди вместо книг, вместо чтения книг, они начинают смотреть телевизор, который там такие, показываются экраны на всю стену. Они не слышат больше друг друга, как не слышат главного героя Гая, его жена Милдред. А читатели книг в этом романе, да и в жизни получается тоже, они как бы превратились в изгоев, таких врагов общества. Они, знаете ли, напоминают ранних христиан, что ли. Помните, те прятались в такие специальные пещеры, чтобы помолиться, а за христианство там скармливали львам или там сжигали на кострах. Вот так примерно и тут. Потому что когда находят книгу, то сжигают не только книгу, но и дом читателя, а самого его отправляют в тюрьму. Да, в середине прошлого века эта книга произвела, конечно, мощнейший эффект. Вы только представьте, человечество только что, ну там, 8 лет назад, да, пережило очередную войну, еще более страшную, чем Первую мировую. Философы задавались вопросом, возможно ли поэзия после Освенцима. И тут такой роман. Конечно, это было сверхубедительно. И можно было бы назвать данный роман великим пророчеством и великим предупреждением. Однако давайте зададимся вопросом. Вняло ли человечество Брэдбери? Полагаю, ответ очевиден. Человечество, наоборот, превратилось ровно в то, что описывали Брэдбери, Хаксли, Оруэлл, Замятин, описывали в своих антиутопиях. То есть это человечество с таким упоением, что ли, отдалось рабству. Человечество счастливое и дурное, что ли, от возможности ненасытного потребления. И вот мы видим, как прямо сейчас бомбы сбрасываются на больницы, унося жизни тысяч женщин, стариков, детей. Вообще, на самом деле, просто стоит оглянуться вокруг. То есть, слышат ли нас наши дети? Или у них вот в ухе наушник и все? Слышат ли нас жены, мужья? Или они отгораживаются от нас вот этими экранами, этой медиареальностью? Вообще, это жизнь, которую мы получили, где человек человеку даже, я не знаю, не волк, а такой моллюск, гидра. Знаете, вот гидра, она потребляет и тут же выбрасывает продукты потребления наружу. Вот кто есть человек в этом мире? В мире постправды, где ссылка ведет на ссылку, та на другая ссылку и так до бесконечности. А вместо реальных людей, ну, такие образы, придуманные образы социальных сетей. Во что превратилось, к чему привела вот эта хваленая толерантность, да? Меньшинств все больше, об этом, кстати, пишет Брэдбери, меньшинств все больше, они там требуют свободы, привилегий, прав, а результат какой? Что, мы стали чище, ровнее, братство у нас появилось или что? Да нет же, наоборот, диктатура меньшинств, которая уничтожила сначала культуру, вот, достаточно взглянуть на кино, да и жизнь в целом подрихтовала. И вот обо всем этом очень точно, очень ярко, очень пророчески писал Брэдбери. Действительно, он уловил, пожалуй, что главное, что кризис цивилизации будет порожден, по сути, двумя факторами. Фактор первый. О нем, кстати, говорил Тарковский в своем великом кино «Солярис». Фактор первый. Технический прогресс идет намного быстрее, чем морально-нравственное
развития общества. И фактор второй. Человечество движется не к цветущей сложности, а наоборот, к упрощению, примитивизации всего и вся. То есть, если сказать очень грубо, то, смотрите, от книг к фильмам, от фильмов к сериалам, от сериалов к клипам и роликам, от роликов там, к рилсам и вот этим маленьким минутным роликам. То есть вы только представьте, вся человеческая мудрость, накопленная цивилизациями, накопленная тысячелетиями, укладывается в один там, минутный или 15-секундный ролик, который там записывает очередной инфлюенсер, я не знаю, не отличающий Ирак от Ирана, или вообще не знающий таких стран. Вот какое вырождение, вот к чему это приводит цивилизация без книг. Действительно, в своем романе Брэдбери ошибся лишь в одном. Он думал, что книги станут сжигать. Однако реальность оказалась страшнее. Впрочем, позднее Брэдбери очень четко сказал про нее. Это известнейшая фраза. Есть преступления гораздо хуже, чем сжигать книги. Это не читать их. И мы существуем в мире, где человечество и правда добровольно отказалось от книг. Отказалось и отдалось рабству вот этой глупости и примитивам. И можно, конечно, продолжать верить в то, что мы там все прогрессивные, индивидуальные, но возникает вопрос, если все так, как нас учат эти бесконечные коучи, то почему происходит то, что происходит? И я сейчас говорю даже не о войнах, конфликтах, которые вспыхивают повсюду. Вся планета в них. Да, в принципе, если внимательно понаблюдать, то тотальный распад. Распадаются семьи, 70% разводов. Распадаются отношения между родителями и детьми. Распадается школьное образование, культура. То есть такая философия распада, что ли. И все это, конечно же, следствие прежде всего сбитой системы координат и отсутствия целостного мышления, того, что давало чтение. Вы знаете, не случайно в Любляне буквально недавно издали так называемый манифест чтения. Это очень любопытный документ, то есть в нем авторы призывают сохранять и развивать навыки глубокого чтения в ситуации, когда цифровые технологии, вот эта матрица, как бы меняет не только образ жизни, но и само мышление человека. Авторы этого манифеста утверждают, что именно чтение в первую очередь формирует наше мышление, наше поведение. Ну а те в свою очередь формируют наше будущее. То есть война – это то, что случается, когда язык терпит неудачу. Это очень мудрая, очень правильная фраза. Это абсолютно верно, все вышесказанное, но важно добавить еще одну. Понимаете, именно книги и только книги дают человеку свободу, абсолютную свободу. Ведь смотрите, в отличие от других видов искусств, и читатель, и писатель, они ничем не ограничены. И вот поэтому, как пророчески предсказывал Брэдбери, и уничтожаются книги. Для того, чтобы сделать человека несвободным. То есть все говорят кругом о свободе, но на самом деле человек не свободен. Это человек раб, который доволен своим рабством. Вот против такого общества протестовал Рэй Брэдбери в своем великом романе. И спустя 70 лет, получается, да? Спустя 70 лет против такого общества должны, да я бы так сказал, обязаны протестовать и мы с вами. Это была программа «Игра в классики». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Мы вновь в этом убедились. Удачи вам, мира, любви и терпения. Читайте книги и читайте хорошие книги, друзья.